На проверку одного номера уходит примерно полминуты. База данных общероссийская. Менее чем за час на этой парковке нашли автомобили двух должников. Только за два дня такой работы было выявлено 73 должника. За одним из них обязательства более чем на 5 миллионов рублей. Приставы поясняют, что основная задача – напомнить гражданам о наличии задолженности и рассказать о том, как можно ее погасить. Подобные мероприятия будут проходить регулярно. Эффективность у нас очень высокая, то есть она позволяет выявить достоверно, является ли должником или нет. Это могут быть алименты, это может быть штрафы по линии ГИБДД или задолженности перед банками. Наши действия направлены в первую очередь на уведомление должника о имеющемся наличии задолженности. Мы оставляем повестку, вручаем требования о необходимости явиться в службу судебных приставов и уточнить сумму задолженности. По неявке по повестке судебного пристава предусмотрен штраф и административное наказание. Если у нас сумма задолженности превышает более 50 тысяч рублей, значит, мы вправе составить акт ареста и описи имущества, и данный автомобиль будет арестован.